Пасхальный праздник продолжается. А это значит, что можно дарить подарки. Сестры Новотихвинского женского монастыря Екатеринбурга к Светлому Христову Воскресению приготовили подарки, угощения и сувениры, которые можно выбрать и получить в новых условиях самоизоляции. Выбрать подарки можно через страницу обители в соцсети ВКонтакте vk.com/nova_tikhvin. В разделе «Товары» предоставлены все подарки и угощения. В монастыре организована доставка куличей, творожных пасок, крашеных яичек и подарков. Купить их можно и в лавке обители, где также представлены все подарки и угощения. Соблюдаются все предписанные санитарные эпидемиологические меры. Раздаются защитные маски. Сотрудники работают в перчатках –